Вали отсюда. Сила, заключенная в моём, теперь ищем гробницу. Позволит нам навеки освободиться от гнета демонов и ангелов. Че ты стоишь, бей этих птичек. Застрял, блин. Да, значит, гробница точно где-то не тут. Ищем ее. Я думаю, она где-то рядом. А может, где-то рядом. Да иди сюда, немножко вредная. Так, и что это именно вот эта часть открыта тут? Там ровный круг. Что это за стол? Какой-то этот тупик. Мы обнаружили архивы Золтана Кулла. Поначалу нам показалось, что они пусты, но на каждом шагу нас поджидали расставленные Куллом ловушки. Глупо было ожидать чего-то другого. Он долгие годы готовился к приходу незваных гостей. Нам нужно продолжать путь, сколько и безрассудно это затея. Так, я так думаю, что в том месте будем воскрешать кого, может быть, а может и нет. Ну что-то там, в общем, я думаю, будет. Не просто так. Во имя всего святого, ты только посмотри! Ты, это все противники. Какое чудовищное создание! Очень. Так. Я уже даже не знаю, что мне выкидывать. Это лучше. Ну где ж ты, гробница? Достали эти птички уже. Где же ты, гробница? Черт. Это думал сдохну. Ты пыхающийся, блин. Амбирский тисовый посох пламени. Фигня. Это не для меня. Так, вот наконец-таки гробница. Ведет к ней. Собиратель костей. Сложно поверить, что здесь жил один из Харадримов. Тут раньше, наверное, все выглядело по-другому, так что я думаю, не сложно. Это сейчас все тут такое. Изъян.
Изъян жестокий. Скелеты вновь объявились. Ах ты гад, меня притянуть посмел. Сейчас получится. На. А скелеты какие-то тупорылые. Не очень чудовищные. О, уже 22-й левел. Как я быстро качаюсь. Так, что там нового? Стойкость к боли. Тихо-тихо-тихо! Ой-ой-ой! Фак-фак-фак. Ауч. Недостаточно ярости. Ух, как я вышел из этой бесконтрольной ситуации. Меня чуть не убили. Не дает скиллы изучить, гады. Так, все. Так, стойкость к боли. Приступ сильного гнева, который испытывает варвар, уменьшает получаемый урон на ограниченное отрезок времени. Есть что, бешенство. Она тебе так нравится? Что? Да нет, ты не понял. Я вовсе не это имел в виду. Боевая ярость. Так, пока я это возьму, я топорчиками не пользуюсь, что-то. Только посмотрим. Они мне улыбнулись. Где ж твоя кровь, Золтун Кул? Да, Золтун. Ага, вот она. Так, теперь еще в архивы отправиться. Я серьезно ранен. О, черт. Я ранен. Офигеть, ну возьми ж ты эту сферу. Стоять! Да, немного сильноватая была, но... Ну, не проблема. Так, уходим. Не нужно найти архивы. Так, ну нам показывают, где это? Мои архивы. Вот прям, где и был. Крайних песков. Там вы найдете мое тело и черный камень души. Таинственный кувшин. Я не простой человек, Молния, но я не лжец. За сотни лет я познал столько великих тайн, что правда кажется мне куда забавнее лжи. Не желаешь ли, например, по Зузу? Услышать истину? Ой, какой ты слабенький, чувак. Давай же бей его! О. Аметист. Опять эти шершни.
Потная ватная юбка. Будем ускорять свой поход. С помощью этого скилла. И с помощью этого. Что еще Браст писал о битве, которая опустошила эти земли? Почти ничего. После той битвы никто не выжил. Тут находится вход в мои архивы. Я открою портал. Как ты можешь открывать тихо, раз ты мертв? Ладно, давайте закончим на этом. Кстати, красивое место. Мне пришлось все это построить, стоп, чтобы спокойно проводить исследования и эксперименты. А, что это было? Создать черный камень души было не так-то просто. Я многим ради этого пожертвовал. Ух. Красный гром, молния. Ну ладно, не ладно. Ну что ж, на этом красивом месте мы остановимся. Ну а с вами был я, Павел Первый. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментируйте. Надеюсь, вам понравилось. Всего хорошего и пока-пока-пока.